Всех приветствую. Ну что, первые покупки в метро со скидкой фарш 129 рублей, мираторг домашний. По акции вот такой сироп для кофе 259 рублей. Посмотрите, какая большая бутыль. Но я сиропами никогда для кофе не пользовалась. Со вкусом амаретто 1 литр. Ну будем пробовать. Так, выгодно филе курицы. Видите, она по 700 грамм, килограмм по 204 рубля, а было, вот видите, по 409. Очень хорошая цена, заморозить. И вторая упаковка, одну мы потом, может быть, тете передадим, заморозим. Тут 828 грамм. Вот. И еще муж взял горбушу «Русское море». У меня даже голос охрип. 500 грамм. Она стоила 359, 251 рубль. Вот, до 28. Ну, мы съедим. Рыба до 8.02. Я неправильно сказала. Следующая покупка в метре. Вот такой кофе. 190 грамм, 429 рублей. У них есть еще вроде поменьше порция. Но такой первый раз будем брать. Ну, потому что Джардин уже надоел. Я особо, конечно, не пью. Мама пьет с мужем. Я молото пью, но все равно неплохо. Следующие покупки в метро. Королевские далплинги. По 239 рублей. 5 видов. И вот такие. Такие я пробовала. Вот тоже. С креветками, конечно, не очень. Вот, но когда они по 239, иногда в пятерке бывают тоже. И в Ашане. И майонез 88 рублей, Хайнц. Продолжаются покупки в метро. Так, маздам сыр. Ну, видите, срок до 20.04. По 149 рублей. Вот такая колбаса коньячная, смотрите. Но она до 5 февраля. Сегодня у нас 31. Я не знаю, как мы это съедим. Вот, видите. 700 рублей, сейчас 34. Наверное, съедим. Так, майонез вот такой 750 миллилитров, 135 рублей, и папе 12 рулонов 269 рублей. Бали, ну, обычно 200 рублей 8 рулонов. Так что одни покупки из метра. После ветеринарки зашли в хлебницу, наверное, месяц полтора даже не было. Цены выросли. Венгерка 80 рублей. Была сырная лепешка, теперь нет, есть гнездо типа с сыром, с ветчиной, 80 рублей, хачапури 90 или 95, и вот такая новая, она с заварным кремом, но она 105, да, пирожки по 65, а так уже 80-85 такие цены, все растет. Ну и заключительные покупки Ашан. Немного, но мы взяли. Так, пакет 7 рублей, иногда нужен. По карте Ашан вот эти вкусные 99 рублей. Феликс 21,90. Зубная щетка 99 рублей, Колгейт. Пакеты для завтрака 37. Колбаса 32. Холлс 36. Понемножку опять приболели, не знаю. У меня даже первый раз была температура, у меня редко бывает. 37. Так, жвачка 38 большая, салфетки бактериальные 16, витамин С 160, ну это опять на 23 февраля кому-нибудь, 59 рублей, это делает город Ижевск. Так, с капустой 45, антенна 49, все для женщины 42. Ну это у нас Феликсы, Феликсы, и поставили опять пакетик. Ой, не пакетик, а автомат. Вот муж взял один пакетик. Везде сейчас в магазинах скидки, распродажи зимней одежды. Так, котлеты горки 149, чебачи по 139. Макфа, что-то мне так в последнее время нравится, 54 рубля. Так, муж взял спаржу 89. Ну, это до 30 рублей сырная булочка. Хотели пиццу, основу под пиццу, но не было, пустая полка. И увидели вот такое, где выпечка, тесто для пиццы, 280 грамм. Ну, на одну пиццу хватит, сегодня используем. Так, квашеная капуста
начинается, вот когда заболеваешь, квашеная капуста, 99. Не было, к сожалению, большой, вот с клюквой, маленькая была. Скотч появился, представляете? Так, подсолнечное масло 91, молоко 80. Муж захотел молочный коктейль. Он вкусный, кстати. 125. Я захотела морс. Вот мне хочется пить больше сухости, не знаю, что. Вот. Клюква морс 93. Ряженка у нас получается 90, 50. И он решил какой-то сыр взять, потереть на пиццу костромской. Ну, тут, конечно, много тереть. Так, сидим. Так, сметана 74. Вот этот йогурт взяла попробовать. 34. У нас еще йогурты у мамы остались даже. И свежий завтрак. Вот видите, я, получается, новое взяла. Вот это 35. И есть обычный. Вот это новенькое. Но в йогуртах тоже пусто. Овощи, фрукты. Ну, мандарины, апельсины. Бюджетная цена. Манго, космос. Ну, яблоки там, картошка, морковка. Хорошая цена. Можно выбрать помидоры. Ну, есть что выбрать. Все то же самое на главной сцене. Ну, может, на следующей неделе уже будет. Там уже потихоньку выставляют, 14 февраля. Вот. Скидки все те же самые. Давайте пробежимся по чеку. Вот, сумма покупки. Такой плохой чек. 2403, вот. Так что берегите себя, не болейте. Ну, как бы второй раз заболеть в течение месяца, это, конечно, у меня рекорд. Но это в легкой форме, не в такой тяжелой, просто слабость, ломота. Не знаю, что это такое, может, ковид. Вот, берегите себя, не болейте. Подписка, лайк, будут еще покупки, видео. Покупки Wildberries уже на канале, кто не видел, смотрите. Последние покупки Dixie. Так, шоколадка 79, палочки 69. Сосиски в курсе, да, что подорожали вообще. Ну, немножко выросли в цене. Так, 179. С ветчиной, сыром 99. Желтый полосатик. Студень по 119. Сыр 129. Муж хотел вот давно такую шаурму. 89, две штуки. Картошка 129. И вот такая кока-кола черноголовка. 109 рублей. Вот. Вот такие покупки из Dixie. Так что подписка, лайк, берегите себя, не болейте. Всех целую, обнимаю и до следующего видео. Всем пока-пока.